Бывает такая фигня. Садишься ранним морозным утром в тачку. Это реконструкция, поэтому утро не такое уж и раннее, но правда морознее. Включаешь зажигание, все ништяк, насос накачал. Заводишь, она заводится, лампочка, масленка гаснет. А потом хлобысь и снова загорается. Может быть, проблема, конечно, и в электрике, но это легко понять, потому что двигатель при этом меняет звук, как будто он работает без масла, начинают стучать гидрики, если они есть. Причин может быть много, но есть среди этих причин фатальных и одна пустяковая. Если вы заводите тачку с автозапуска, вы профукаете этот момент, и она продолжит прогреваться без масла. И тогда уже будут не 300-рублевые проблемы, а намного больше. Самая везучая из причин, почему может загореться масло, это вот этот долбанный фильтр. Я в грязном, потому что сейчас мы будем делать ему коллаборацию. Тьфу ты, препарацию. Короче, мы его разрежем, посмотрим. Чтобы не бросать тень на производителя, скажем, что это контрафакт, пускай будет. Вот он, красавчик. Якобы контрафактный. Салют, фильтр, город Самара. Салют он устроил. Салют он устроил своему хозяину не слабый. Ладно, повезло. Переходим к препарации. Автомобиль был Приора. Масло было очень дорогое для Приоры. Все живы? Ну а что произошло-то? Что могло в нем сломаться? Я не знаю. Ну, возможно, смотрите, как-то они сложены, интересно. Сама гофра бумажная неравномерно стоит. Как-то ее как будто бы сжало маслом. Будем вскрывать дальше, раз мы здесь ничего не нашли. А, ну вот теперь все ясно. Фильтрующая бумага уложена таким методом, что она, смотрите, просто сложилась и превратилась в полностью непроницаемую. Вот, все сразу видно. Вот, бумага, прохода, походу, нету. Так, вот все потроха. Это видно, что не пропускает масло. Он... Хотя должен был сработать клапан, который пропускает масло помимо фильтрующего элемента. Но, видимо, что-то пошло не так. Слава богу, что дяденька оказался очень опытный. Он сразу распознал эту неисправность, остановил машину. Мы притащили ее в тепло, поменяли фильтр. И все, машина снова заработала. Представляете, какого-нибудь задрота, который бы с автозапуска завел тачку и ждал бы полчаса, пока она прогреется, ну или 15 минут, и пошел бы сразу ее на трассу тянуть на капиталку. Все, поэтому, если есть какая-то возможность у вас завести тачку не с автозапуска, пользуйтесь ей, не раздумывая. Ну и, разумеется, выжимайте сцепление. Вот такие неожиданности могут ждать вас при холодном запуске двигателя зимой. Кому-то, если было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тадым-сюдым, ну как обычно.